И любопытство не забудь, оно укажет верный путь. И помни, что вот эти дни незабываемы они, их будешь вспоминать не раз, так сделай лучше не сейчас. Сейчас все только впереди, не оскупи, студент, иди, и уповай на помощь где-то, в себе самом ищи ответы, и все свершится, все найдешь, когда до цели ты дойдешь. А если и споткнешься вдруг, пусть рядом будет верный друг, все будет в жизни так, как надо, ты взрослый, это не забудь, и в добрый час, в счастливый путь. Здравствуйте, уважаемые студенты, преподаватели и гости нашего вечера! Мы рады приветствовать вас на грандиозном событии посвящении в студенты 2015. Сентябрь в самом разгаре, а это значит, что большинство из тех, кто еще летом был абитуриентом, уже сегодня стали полноправными членами студенческой братии и понемногу начинают пробовать на зуб границ науки. Однако, как известно, настоящим студентом можно стать, лишь пройдя традиционную процедуру посвящения. Здравствуйте, наши дорогие, любимые первокурсники! Добрый вечер, преподаватели и гости нашего сегодняшнего праздника. Этот день, действительно, вы будете вспоминать в своей жизни не раз и не два. Потому что студенческие годы – это годы, овеянные романтикой, овеянные жаждой знаний, овеянные стремлением к чистому и прекрасному. И я думаю, что у каждого из вас шансы для того, чтобы получить крепкие знания, для того, чтобы завести надежных и крепких друзей на всю свою жизнь и для того, чтобы составить оплот, основу для вашей будущей карьеры, Челябинский государственный университет и Миасский филиал предоставят более чем достаточно. Я думаю, что вы сделали правильный выбор. С праздником вас! С ними связаны самые теплые воспоминания. Вот и наши филологи уже успели полюбить Миасский филиал Чулку настолько, что посвящает ему песню Валерия Сюткина «Москва-небо». У твоей Москвы и небо-небы стало общее что-то, наверное, бы. И светлан хмур, вскоре дух культур, он опять за поверник, а ты за бордюр. Ты не видела белых ночей, тебя никогда проводить до парадной. Да и ты не узнаешь, какой в его доме подъезд. Ведь у твоей Москвы и его не быть стало вообще что-то, наверное, вы. Ты светал он хмур, спорит и в культуре. Он опять за порядок, а ты за бордюр. Слышишь, как нужно звучит согреваться зимним жарком. Он пойдет подрасовать в твоих красно-белых штанах. Ведь у твоей Москвы и боли бы стало вообще что-то, наверное, бы. Ты светлан он хмур, спорит дух-культур. Он опять за порядок, а ты за бордюр. У твоей Москвы и боли бы стало вообще что-то. Твоей Москвы и его не выстало вообще что-то. Конечно же вы, ну конечно же вы, конечно же вы, ну конечно же вы, конечно же вы. И все уберу мы, достигнем побед. Любовь нас подарила, и цену будем мы повторять. Молод, вечер, весел, а значит, поступать.
год. И дети, и родители, новым весной. Мы отпускаемся огнем памяти солдатов. Молод вечер весел, а значит поступил на первый пар. Музыка Александры Пахмутовой. Слова Николая Добродравова и Николая Семенова. Орлята учатся летать, орлята учатся летать. По первокурсники студенты, а отцам дали комплименты. А их не просто продать. Орлята учатся летать, орлята учатся летать. Вначале очень будет трудно, но пусть душа звучит восторгно. И чем орлят не испугать, орлята учатся летать. Орлята учатся летать. И просто спорить с высотой, еще труднее быть невредимым. Но жизнь не зря. Thank you.
торжественно клянусь, не жалеть сил и времени на постижение наук и получение знаний. Хранить и развивать славные традиции первого классического университета на Южном Урале. Заботиться о сохранении и приумножении достояния нашего университета. Быть верным духу университетской жизни и не забывать свою альма-матер, где бы я ни находился. Я даю клятву филиалу, его директору, профессорам и студентам в том, что всегда буду с достоинством нести имя студента, будущего выпускника Мясского филиала Челябинского государственного университета. И троекратное... Клянусь! 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 Молодцы! Теперь наши первокурсники могут носить почетное звание студент. Поздравим их аплодисментами! Первокурсникам Мясского филиала ЧУГУ. Встречаем Николая Борисовича Семенова, преподавателя кафедры экономики, Александра Яшенкина, группа ML301, и Артема Кармишина, группа ML301, с песней «Из Баганки». На чужой планете предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами, плачь тишливые друзья, горькими слезами на прощание пожмем. Мы друг другу руки и покинем точный дом. Мученик науки, вот стою, держу весло, через миг отчаянно сердце бедное свело с горькой печалью. Тихо плещется вода, голубая лента, вспоминайте иногда. Тихо!